Привет, мы продолжаем проходить замечательную игру под названием A Plague Tale Innocence. Так, и у нас там живой мужик, которого я могу, в принципе, измочить. А у этого шлем. На! Получай, дуралей! Ладно, наверное, стоит умереть сейчас. Неплохо. Я не обратил внимания, то, что там еще один мужик. По сути, я могу его убить. По сути, мне надо туда. Да. Но здесь же у нас ништячки. Хотя вот мне надо убрать крыс. И... там что-то лежит. В принципе, я знаю, как его убить. That noise. I think it came from over there. Он должен был дальше пройти. А ему вообще все равно, да? Nothing. I need to calm down. Так нечестно. Иди туда. Да блин. Неудачно как-то идет. Давай. Сейчас посмотрим. Сейчас все будет. Так, сначала я пойду посмотрю, что здесь. В принципе. Я не знаю, я смогу потом обратно залезть-то? Давай камушек бросим, может, он услышит. Сколько у меня этих штук? Дофига. И запираем их. Берем камушек. Я рассчитывал то, что крысы сами туда побегут. Потому что его и так можно было легко замочить. С помощью этой фигни. Просто отвернуть и бросить. Сбегаем тогда вон туда, посмотрим, что здесь. Возможно, что-нибудь прикольненькое будет лежать. Это же подвода алхимиков, не наверняка есть что-нибудь полезное. Вон там, да? Блин, ну не знаю. Тут ничего нет такого. Не то. Она сейчас сдохнет. Ну нет, я не хочу сначала начинать. А как туда попасть? Да, блин. По сути, там целая куча крыс. Я могу их просто замочить. Надеюсь, это стоило того.
Камни мне не нужны. Сосуды, инструменты. Но мне вот эта фигня нужна. Не хватает совсем немного. Будем копить. Будем копить. Серьезно? А, не, я не могу пройти. Ладно. Ну, в принципе, все крысы дохлые, они же не заспавнились заново. Можно идти повторять свой трюк. Так, камушек. Бросаем. Он идет. О нет, какой кошмар. Он так увлекся, что не заметил, что пропадает свет. Потом, ой, неожиданность. И все. Крысы не пройдут. Пока, мужик. Можем продвигаться. Здесь я закончил. Тут, наверное, сохранение сейчас будет сразу. Эй, ты, у меня все внутри будто огнем горит. Что мне делать? Я не знаю. Вода. Вот вода, иди и пей. О, нет, нет, не пей это. Там полно трупов. Это безумие. Ну уже, будь храбрый. Университет совсем уже близко. Стоп. Открой крафт. Блин, не то взяла. Осталось две. Все-таки то. Но не хватает. Так, в принципе, я могу еще вот таких сделать. С этим проблем у меня нет. Продвигаемся дальше. Тут ничего, ничего. Идем. Вот здесь у нас что? Ничего. Он идет. Мансир Виталий идет. Великий инквизитор здесь. Виталий, мясник, который убил моего отца. Работает на тебя, кровь моего отца и на твоих руках. Она хочет его убить? Там есть крысы, их можно выпустить, наверное. Блин! Может мне сдохнуть, чтобы заново начать, а то я потратил в никуда. Так, вот здесь у нас что-то есть. Что это? Ай. Дайте мне нужный порошочек. И все будет супер. В чем вот проблема? У того есть лампа. Можно ее вырубить. И это откуда? Ух, я задам тебе трёпку, можешь не сомневаться. А он меня видел? Пусть сюда идет. В чем проблема? Вон там разжечь можно. Блин, он меня сейчас увидит. Или не увидит. Так, это можно поджечь. Я даже не знаю.
принципе, можно горшочек бросить. Здесь был горшочек. Вот это могу взять. Или замочить его. Давай, иди. А, он меня увидел. Он копье бросил. Вот говнюк. Ладно, вернуться к контрольной точке. В принципе, я могу того просто замочить и все. Нужно лишь бросить горшочек, он туда попрется и потом... Хотя они и так ломятся. А почему он такой трус? Ты чё, обалдел? А его щит защитил. Ладно, я умру. Еще один раз. Ладно, пока они там умирают. Я просто хочу экономить. Из-за этого я так долго застреваю на одном месте. Ладно. Горшочек, да? Давай, иди. Да почему? Чё за бред? Вот он, деревенщина. Блин, он почти сдох. Ладно, бежим туда. Я просто не хочу еще раз начинать сначала. Он пошел за новым копьем. Нифига себе, он герой. Да как он меня засек, блин, деревенщина. Серьезно. Ладно, крыса сюда не подходит. Можно было не тратить. Все, они дохлые. Это то, чего я добивался. У того шлем. Ну дайте необходимое мне. Что за подстава? Селитра. Серьезно? То есть вот в чем проблема. Я не могу взять, потому что у меня максимум 16. Бред. Я уже давно мог прокачать все на свете, а я ждал, ждал. Ждал, ждал. Ничего не прокачивал. Ладно, будем карман качать сначала. Сюда, ваше преподобие, не изволите ли следовать за мной? Что они тут вообще делают? У них тяжелые доспехи, слишком опасно.
Только у одного там доспехи. Виталий, это неважно себя чувствует? О чем они там говорили? Ой, блин. Что-то я переборщил. Я рассчитывал побегать, посмотреть. Видно, не судьба мне через главные ворота переться. А там что-то лежит. Я, наверное, это взять не смогу. Мне ткань нужна. Новая глава. Путь, усеянный розами. Замечательно. Дайте мне просто ткань. И все будут счастливы. Университет. Так, книга. Вспомни. Лука сказал, что она в подвале. Путь усеян розами. Откуда тут розы? Ну, может, на картине какой-нибудь нарисованы? Или типа того? Ткань! Аллилуйя! Карман! Это упростит мне жизнь. Вот уж да. И чтобы вот это прокачать, теперь мне надо миллион вещей копить. Да уж, возможно, зря я копил. Может, стоило качать, что могу. Например, сумка. Оп, прокачал. Следующее, сосуды. Оп, прокачал. Тогда и улучшений у меня было бы уже открыто больше. А так я все жду да жду, жду да жду. Все равно я не успею все до конца прокачать. Заперто. Селитра. Теперь у меня 18. Необходимое количество. Ох, невероятно. А где все книги? Тут у нас что? Не тупик, тоже выйдем туда. Это все закрыто, я так подозреваю. А, нет, тупик все-таки. Или нет, дверь-то есть. Откроется? Нет. Ладно, не зря, значит, я сюда сходил. Так. В какую сторону пойти? Вон там дверь открыта. Поэтому, возможно, стоит сначала сбегать вот сюда. Посмотреть, что здесь. Да как. Ничего полезного. Поэтому бежим в эту сторону. Стяги, цветы, да, тут есть розы. Я на верном пути. Ну вот, это было предсказуемо. Сколько мы тут уже торчим? Я днями счет потерял. Да уже где день, где ночь не различаю, сидим тут заперты. Все скоро закончится. Виталий притащил сюда паренька, который откроет последнюю дверь. Сидели, сидели, а теперь еще и сам великий инквизитор на подмогу заявился. Но что-то будет. Тут нет крыс, странно. Появится. Да тут же полно света. Вот это что, стой? Ткань. А где второй? Он же с кем-то разговаривал. Вот это я могу двигать. Ладно, все это хватай. Нам это понадобится. Что тут еще есть? Ничего.
Ура! Да, видимо, здесь больше ничего не лежит. Ладно, тогда идем толкать. Мне это нужно вот сюда. В принципе, несложно. Да ты чего, тяжело, что ли? Все, отпускай. Забирайся. Ура. Тут у нас дверь. Я ее пока трогать не буду. Я пробегусь вот сюда. Веревка и спирт. Опа. И кристаллы эти. Сера. Ну что, алхимик, хватит тебе книг или еще притащить? Ежели умеешь читать, книг всегда недостаточно. Чушь, тут сплошь языческая дрянь. Это священная книга. Ее знание восходит к заре человечества. Они тоже ее ищут, но они могут спасти нас всех. Так что продолжайте поиски и первейшее внимание уделяйте фолиантам в красной. Книга. Они тоже ее ищут, надо торопиться. Можно этого алхимика замочить. Бросить в него камень. Я с ума схожу. Да не обращай внимания, то, что алхимик сдох. Такое иногда случается. Да блин. Дуралей. Отстань от меня. А тут тупик. Ладно, я его просто так замочил. Разумеется, это ни на что не повлияет. Поэтому будем проходить просто мимо. А этот ходит туда-сюда. У него там что-то лежит на столе. Спирт взять не могу. А на другом столе что? Сейчас своруем. О, кожа. Все, сваливаем. Во всяком случае, крысы из норы не повылазят, а вот и розы. Я, наверное, в пути. Так, с красной обложкой, раз он их так любит. Книжка, очередная прекрасная идея наших мудрых алхимиков. Вот они. А, ну то есть... Крыс можно сюда заманить. Сера. Этих ребят, наверное, убить. Чтобы пройти, придется избавиться от стража. Ладно. Давай бегом отсюда, ну же. Вот они вышли. Еще выделался, мол, самый умный. А ты что? Лучше, что ли?
Daisy, you're far from home too, aren't you? Bring me luck. We're doing this. Я думал, что-нибудь ценное здесь будет. А это Маргаритка. Теперь мне надо избавиться от крыс. Так, Маргаритка символизирует чистоту и невинность, скорее всего, из-за белизны лепестков. Цветы Маргаритки добавляли в успокоительные настойки. Также она улучшает пищеварение и способствует выздоровлению. Ее приятные лепестки добавляли в пищу и аристократы, и простолюдины. Так, крысы. Думаю, вам стоит побежать куда-нибудь вон туда. Вы что, больные? Это очень странно. То есть их нельзя переагрить? Эта штука, она что, вообще везде расползется? Ладно, просто так профукал. Но я думал, они меня загрызут. Обратный проход завалило книгами. О нет, как теперь проходить? Шевелись, кузнец, для тебя есть работка. Видно, совсем плохо дело, если мансир Виталий, что? Пленник. Да как крыса, язви их. Господь, это сделали, только представь, какая тут сила нужна. Представляю, что бы они сделали... Чё? Почему они вечно так быстро говорят? Эти поганцы знают, что делают. Ткань. Ткань очень редко дают. Так, тут нам понадобится камушек. Слышали? Идем посмотрим. Посмотрите. Ничего интересного. Возможно, их надо замочить. Но крыс нужно отсюда вывести, это точно. Тихо. Я могу в окно бросить. Здесь свет, сюда не идите. Только не это. А назад вход воспрещен. Все, убираемся. Что-то я давно не вижу Росс. Надеюсь, я не сбилась с пути. Мне очень много спирта дают. Она его может даже просто пить. Чего мне там не хватает для крафта? Ткани и инструментов. Ткани и инструментов. Тут дают верстак. Ткань. Совсем немного инструменты. То есть теперь мне осталось ткань копить. Верстаки мне уже не нужны. Целых 6 штук. Это очень много. У него кровь выкачивает, что ли?
Это тот Виталий? Никаких вестей о юном Гуге Деруне. Капитан Николай продолжает поиски. В таком случае, помочь нам с поисками книги может только один человек. Сын кузнеца. Вы с отцом изготовили эту дверь, теперь ты ее мне откроешь. Нам велели сделать эту дверь как раз для того, чтобы подонки вроде тебя... Я великий инквизитор Виталий из Беневента. Ты понятия не имеешь, как я страдал. Смотри, какие муки я претерпеваю ради тебя. Быстрее. Как тебя зовут, мальчик? Родрик. Я не хочу, чтобы Родрик испустил дух до того, как откроет эту дверь. Не повторяйте ошибку, которую вы допустили с его отцом. Уведите его. Быстрее, только бы их не упустить. Но я думаю, что на этом можно закончить. Пока.